Привет, народ, с вами Варчик. И я не знаю, как подобрать слова, просто хочу вас поблагодарить за то, что пришли в большом количестве и посмотрели мой стримчик на Объект 140. Мне очень было приятно, что не только мне интересно было вспомнить, что такое Объект 140. Я на нем играл очень давно, и я даже не помню, что оно там такое было. Я помню, какая-то стабилизация, какие-то рикошетики, когда играешь через рельефик. Снова попробовал на нем поиграть. Отыграл 20 боев, средний урон был почти 4000. Можно было бы, конечно, лучше отыграть. Были кое-какие ошибки, но и были интересные, красивые моменты. Я очень наигрался, это было просто супер. Я думаю, а зачем я качал все остальные танки, если вот он, старый добрый 140. Он давно уже прокачан. Бери и играй. Какая у него точная стабилизированная пушка? Как он прикольно так от рельефа играет, еще рикошеты какие-то отлетают от него. Вообще прикольно. Очень сильно обожаю танки с хорошими и классными пушками. На них просто приятно играть. Были, конечно, и негативные моменты. Связанные они больше с тем, что иногда арта не дает играть, и иногда рельефы очень сильно перерыты, непонятно, там какие-то камни, скалы, ямы, все перерыто, и, честно говоря, тяжело в некоторых местах играть. Очень сильно карты стали рельефными. Раньше на картах было легче найти какие-нибудь ямки, холмики и от них спокойно играть. Сейчас же даже обычная кучка мусора, она не просто кучка мусора, она с какими-то рельефиками, выступами, ямочками непонятными. В целом картошка стала более рельефная. Вот все, что я хочу сказать. И в этом есть небольшая сложность, стало труднее. И нужно больше запоминать всяких новых рельефов. Их стало больше, и надо над этим работать. Ну и что немаловажно, что в этих рельефах есть еще и всякие косяки разработчиков, когда карта не соответствует на клиенте и на сервере, а точнее рельеф карты. Но это, конечно же, неприятно. Но работаем с тем, что имеем. На этой карте линия Маннергейма уже, наверное, не первый раз вы видите практически одну и ту же схему. С одного и того же респа я еду в одно и то же место, продавливая врагов, потом вдоль воды еду еще дальше, от башни все подсвечиваю, все убиваю, в принципе все, бой сделан. Как по мне, это вырисовывается какой-то идеальный маршрут, ну или по крайней мере он хочет таким быть, ну я не против, я им пользуюсь, и вам, если нравится, тоже можете пользоваться такой тактикой. Единственный вопрос с объектом 140, я вот думаю, по поводу доппайка. Вот все в этом танке идеально, но то, что он горит в лоб, как-то смущает кататься на доппайке. Поскольку за 20 боев танк загорелся 2 раза. Может быть, это не сильно много, но в принципе это 2 боя, в которых я потратил очень много хп. Причем это хп я потратил, когда бодался с врагами. А это очень опасно, потому что во время горения танк становится в 2 раза хуже. Плюс еще у него теряется хп. Это довольно-таки неприятно. И тут есть несколько вариантов. Можно убрать допаек, поставить огнетушитель, но танк в целом станет на 10% хуже. Можно у командира выкачать мастер на все руки и вместо аптечки поставить допаек. Но с нынешней артой противно играть без аптечки. Да и с аптечкой против арты противно играть. Также еще есть вариант убрать огнетушитель, поставить допаек, поставить пожаротушение за боны, которая отнимает 2 бона за один бой, и еще выкачать у экипажа пожаротушение у всех членов экипажа. Таким образом, когда наш танк загорится, он потеряет как можно меньше хп и гореть будет недолго, но будет гореть все равно. Какой из этих вариантов самый красивый, честно говоря, даже не знаю. Вероятнее всего, большинство тех, кто не парится, просто поставят огнетушитель и доппаек даже не будут ставить, и все. И вообще не будет ни о чем париться. Мне меда не надо, дай просто вставить доппаек в танк, все. Без доппайка не могу. Не могу выходить в бой, когда я знаю, что я мог танк сделать на 10% лучше. Меня просто это аж бесит. Можете написать в комментариях, как делаете вы. Либо как бы вы делали. Я, скорее всего, переобучу перки на экипаже, поскольку у них нету пожаротушения. Поменяю какой-нибудь перк у всех на пожаротушение. Пожаротушение за 2 бона уже стоит. Таким образом, я буду гореть не сильно долго.
Вот, в принципе, и все. Можете написать в комментариях, какие еще старые танки офигенные все давно уже забыли. Может быть, я тоже про них забыл. Я думаю, это еще не последний стрим на 140. Танк просто пушка. Может быть, я когда-нибудь докачаю 430U и еще на нем постримлю. Я думаю, будет интересно и вам, и мне. С вами был Варчик, играйте красиво. Пока.